В сети появилось видео, где Кинешинскую ЦРБ обвиняют в торговле бахилами, которая положена пациентам бесплатно. Якобы руководство больницы решило дополнительно заработать, несмотря на то, что деньги на закупку бахил выделяются из бюджета. Главный врач Сергей Аминодов, ознакомившись с записью, объяснил, что информация лишь отчасти соответствует действительности. В стационаре, куда родственники и друзья приходят навестить больных, действительно стоит автомат по продаже бахил, но учреждение и не должно выдавать их бесплатно всем без исключения. Закон обязует клиники предоставлять бахилы бесплатно только пациентам. И с этим в Кинешемской ЦРБ, заявил руководитель учреждения, все в порядке. Прежде всего мы покупаем это для амбулаторных наших подразделений. Куда приходят, то есть прежде всего поликлиники, куда приходят пациенты. Там эти бахилы выдаются бесплатно для больных. Вот. Есть другие наши подразделения, стационарные подразделения. Там находятся пациенты в круглосуточном стационаре. Естественно, для них мы бахилы не покупаем никакие, потому что пациенты находятся как бы там в сменной одежде, обуви.